вчера произошло обрушение всего вот этого перекрытия. Слава богу, что не было людей. Обрушение произошло на 5-м этаже прямо у порога квартиры Олега. Вернувшись домой после рабочего дня, он услышал шум в коридоре и выглянул в подъезд. Отвалившаяся штукатурка долетела до 3-го этажа. У меня вот сам ребенок, если бы ему на голову упало, что было бы? Это же страшно. Дети тут, не у меня только одного. В общем, мы страшно возмущены, мы просто устали возмущаться. Вы знаете, как она жить? Ходить по инстанциям у нас особо времени тоже нет. Но люди ходят. Ноль эффекта. По словам жильцов, дом буквально разваливается по частям. Неоднократно на крыше стоящих во дворе машин падала облицовка балконов. Все падает на голову людей. Вот смотрите, вся облицовка балконов, все падает на голову людей. Батареи протекают, трубы протекают, штукатурка рушится, в подъездах не убирается. Во дворе, смотрите, вот помойка, натуральная помойка. А когда-то был лучший двор города Казани. Дом номер 24 по улице Карла Маркса, по словам жильцов, был построен в 60-м году, и ремонта в нем до сих пор не было. Жители неоднократно обращались к властям за помощью. Дважды писали на сайт президента, сообщения оставляли, на сайт ЖКХ, в Вахитовскую администрацию неоднократно обращались, писали письмо общее домовое, собирали все подписи, сдавали, отдавали, не отказывают, ну и ничего не делают. Сильные надежды на то, что ситуация в доме изменится, жильцы не питают. Их переписка с коммунальщиками длится уже более 5 лет. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверхиев, Александр Царегородцев, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.